Приветствую вас на моем канале. Тема сегодняшнего видео Black Magic Fusion основы с чего начать работать, как работать, базовые ноды и кое-какие моменты, связанные с пониманием принципиальной разницы работы в профессиональном VFX редакторе и фотошопе. С чего начать? Ну, вот как раз об этой разнице и поговорим. Чтобы начать обрабатывать картинку в Photoshop, нам ее для начала нужно открыть. Открывается стандартное меню, говорить не буду, все знают, как работать с Photoshop. Как открывается картинка во Fusion? Для этого... В рабочее поле нужно перетащить э, ноду Loader и открыть изображение. И здесь, э, кроме нодовой э, системы, э, основное отличие э, работы это то, что можно открыть сразу секвенцию файлов. То есть, если у нас э, опять же, если говорить в контексте архвиза, если у нас э, 3-4 картинки одного интерьера то проще сразу пакетно обработать все 3-4 картинки. В Photoshop этой возможности нет, то есть придется поочередно открывать каждый файл, городить там кучу слоев, фотошопить, как говорят. И это будет занимать огромное количество времени. Во Fusion эта возможность реализована через, вернее, пакетная обработка реализована через подгрузку сразу секвенции. Можно, конечно, отказаться от истории секвенции, отключить опцию Sequence, но этого делать я не буду. Выбираем нужный файл и открываем. Важное дополнение, то есть секвенция должна иметь уникальное одинаковое имя и, естественно, порядковый номер, то есть по, от 0 там, до 4 там, и так далее. Чтобы увидеть изображение, давайте с самого начала откроем. То есть, в базе экран выглядит вот так. Я настраиваю следующим образом. То есть, здесь двойной экран. Мне два экрана не нужно для работы. Я отключаю один экран и оставляю только вид один. Перетаскиваю ноду Loader. И чтобы увидеть, что Перетащилась, нужно просто ноду э, притянуть э, в рабочий экран. И вот мы увидели картинку, э, вернее, секвенцию картинок, навигация по которым э, осуществляется стандартными, опять же, бегунками. Э, чтобы упорядочить расположение нод, я включаю опцию Orange Tool э, To Grid. И это ведет к тому, что нода начинает привязываться к сетке в рабочем пространстве. Далее, что обычно происходит дальше? Обычно происходит как в фотошопе, так и во фьюжене. Какие-то манипуляции с изображением. В фотошопе свой набор инструментов. А во Fusion базовый набор, которым я, который я использую в ну, 99 случаев это нода Color Corrector, она позволяет производить огромное число манипуляций с огромным диапазоном возможностей. То есть, допустим, диапазон можно заузить корректи, корректирование изображения, работать только с тенями, только со средними, только с хайлайтами. Это меню Colors. Далее меню Levers, там можно также сделать разделение по слоям. Также работа с гистограммой. И опция Suppress, которая позволяет поджать тот или иной отрезок цветового круга. Ну, скажем так, десатурировать. Об этих всех моментах я буду говорить позже. Речь сейчас не об этом. Чтобы подцепиться к ноде Color Correction, то есть и продолжить корректировку изображения ноду Loader, нужно протянуть связь к желтому треугольничку. Желтый треугольничек это подцепление входящее, это для как бы для базовой картинки. Также можно подцепить в зеленый треугольничек, вторичную картинку для определенных манипуляций. Опять же, не об этом. Сейчас мы это обсуждать не будем. Произведя какие-то манипуляции. Ну, в контексте данного изображения, что здесь можно сделать? Здесь очень сильный овербрайт. То есть большой засвет. Чтобы увидеть, как отрабатывает нода ColorCorrect, то есть ее нужно также перетащить в рабочее поле. То есть здесь можно как поступать? Допустим, вернуться если к двойному экрану, то можно отслеживать изменения. То есть это входящая нода, это нода Color Correct, то есть И можно отслеживать изменения, что происходит с изображением это один из вариантов работы также есть возможность разделить по примеру вероевского фреймбуфера то есть изображение а изображение б таким же образом производить коррекцию и смотреть как меняется одно изображение относительно другого Как и говорил, картинка получилась пересветом. Кто-то может помнит ее из предыдущего видео про ACCG. Что можно сделать с этой картинкой? Ну, естественно, понизить gain. Gain это по сути аналог экспозиции во фрейм в буфере. Но эта картинка сейчас загружена в линейной гамме и, соответственно, отображение у нее не совсем корректное. Чтобы отображение было корректным на экране, я подцеплю ноду OCO Color Space. Опять же, кто смотрел видео про SSCG, уже понимает, что я делаю. То есть у меня рендер был в SSCG пространстве произведен, и, соответственно, мне нужно сообщить ноде OCO Color Space, что Рендер был сделан в этом пространстве. И а, output нода, исходящая нода. То есть либо RX 709 выбираем, либо SRGB. Ну, выберу RX709, привык к ней работать. Ноду ColorCorrect также подцепляем входящий желтый треугольник. И происходит коррекция. и Вот уже картинка выглядит адекватно. Сейчас можно вернуться обратно. Можно вообще без этой ноды обойтись. Вот видим, что картинка все равно пересвечена. Возвращаем эту ноду обратно. Чтобы нода вклинилась в цепочку нод, нужно зажать кнопку Shift. Зажимаем кнопку Shift и врезаемся, так скажем, в цепочку. И можем сконтролировать гейн ну он уж здесь уже в принципе достаточен дополнительные опции как я и говорил в предыдущем уроке это будет включение гистограммы полет как я называю по приборам то есть мониторы иногда ну, в большинстве случаев кто не заморочены по этой теме оставляют желать лучшего в плане калибровки поэтому лучше отслеживать в каком диапазоне у вас находится картинка по гистограмме здесь ну, если условно разделить от 0 до 0.25 это тени от 0,25 до 0,75 это средние участки, основной, скажем так, диапазон. И в среднем стремитесь, чтобы картинка была как раз в среднем диапазоне. И от 0,75 до единички это хайлайты, то есть это сверхяркие участки. Здесь более-менее все а, неплохо. Единственное, что вот здесь, по сути, пустой участок, не а, дожатый а, диапазон. А, через ноду Color Correct а, это здесь не сделать. Это особенности, скажем так, ж, а, пожатия ACCG а, пространства. А, но его можно докрутить, если подцепить ноду Color Correct после. А, OC Color Space и э, возвращаемся к ноде Gain, и тут буквально единичку, даже меньше 0.5. Вот, э, расширили немножко диапазон, появился э, больший контраст. Что удобно? Удобно, что мы можем в любой момент времени вклиниться в ту, в ту или иную цепочку. Здесь главное держать за правило, все основные и базовые манипуляции с цветом нужно производить в отрезке от ноды Loader до ноды Olds Color Space. Но а, есть какие-то исключительные моменты а, как здесь. То есть, э, здесь можно уже после ноды OC Color Space производить э, такие манипуляции, как увеличение контраста небольшого именно в хайлайтах, потому что э, поджимается диапазон в силу особенностей. Но это никак не мешает потом впоследствии эти хайлайты поднять. Если это сделать внутри то э, будет немножко по-другому работать, но тоже можно. То есть все зависит от ситуации. Но э, основное правило, вот сейчас я вот так сделаю. Лучше всего э, работать вот в этом отрезке от ноды, так, от ноды Loader до ноды э, Color Space. Uh, Все, что uh, идет после ноды Color Space, это, скажем так, уже uh, мелкий тюнинг, не глобальный, который позволяет там какие-то uh, ноды подцепить. Это может быть нода uh, Unsharp Mask. Ее лучше подцеплять uh, после уже всех цветовых манипуляций. Ну, в Photoshop это нода тоже, ой, не ноды, этот инструмент можно сделать, реализовать другим способом. Здесь все уже, скажем, заложено в одной ноде. Можно, допис... допустим, сделать большой вот такой контраст и понизить гейн. Ну, кто работал с фотошопом, знает, что там можно это сделать посредством смешения нескольких слоев. А, в чем еще принципиальная разница между фотошопом и профессиональными VFX-редакторами? Это работа с... Картинкой с широким динамическим диапазоном. То есть, про SACG я уже молчу. То есть, там э, ситуация до сих пор не разрешенная полноценно. А 32-битный формат до сих пор полноценно не поддерживается. То есть, что нам предлагает Photoshop э, в качестве э, работы... Вернее, какие инструменты работают с 32-битным форматом. Работает экспозиция, работает, работают уровни, Hue Saturation, фотофильтр и так далее. Ну, достаточно ограниченный э, диапазон. Фильтры тоже там все урезаны. Ну, фильтрами вряд ли кто пользуется, так, по большому-то счету. То есть, вот я открыл тоже пересвеченную картинку. Она в 32-битном формате. И э, нам, по сути, ее можно... Так, где там? Вернуть э, в более-менее э, адекватное состояние. То есть вот понизив на минус 3, мы получили что-то. Ну и все. Дальше мы там что можем сделать? Oh, hue Saturation подкрутить. Ну, окей, okay, подкрутили. Как-то так. Ну, в целом все плохонько. Маски у нас хоть работают с 32 биткой. Так, сейчас. А -а -а. Да, маски работают у нас с 32-биткой. Что-то там можно а -а, намутить. Не работаю с фотошопом, поэтому даже теряюсь в плане, то есть мне не интересно. Я не смотрю никакие э, видосики, связанные с, с этой историей. Но в любом случае э, позиция большинства фотошоперов они э, переводят картинку, чтобы полноценно работать со всем инструментарием, э, переводят картинку в 16-битный формат. А это уже другая история. То есть если я сейчас э, вот это 32-битное изображение переведу в 16-битный формат, так, о, прикольно. то мы получим картинку, но э, с ней уже будет работать, э, скажем так, не та, не та история. То есть мы не можем э, влиять на хайлайты. Э, я даже не знаю, как их тут крутить-то. Да, то есть они уже все. урезаны до диапазона 255. То есть смотрите, сейчас смоделирую вот эту историю по-другому, чтобы было понимание у новичков. То есть вот есть исходник картинки 32-битный. Я через ноду ChangeDev конвертирую этот исходник 8-битник. Можно еще сконвертировать в 16-битник, как это делает Photoshop. И оригинальное это 32-битное изображение. Чтобы пожать хайлайты, использую ноду Color Corrector и понижаю значение Gain. Эти ноды инстанс но у меня соединены. И э, смотрим, как э, реагирует э, 32-битная картинка. Так, и ну, пусть даже 16 битная картинка на пожатие. То есть здесь у нас по-прежнему сохраняется яркость. Мы этот диапазон в 32-битном изображении. А 16-битка просто потеряла весь свой основной диапазон за счет того, что все урезалось. И если вы ошиблись где-то в рендере, то этот цвет вы уже обратно не вернете. В чем разница, если говорить про цифры? Вот здесь я подготовил некий момент. Базовое изображение 8-битное имеет кодировку цвета от 0 до 255 в обычном как бы, представлении, либо в линейной графике в линейном представлении это от 0 до единицы. Я э, не берусь точно сказать, э, какой диапазон можно закодировать в 16-битном, но похоже небольшой, судя того, как она себя ведет. А вот в 32-битном формате э, пиксель может иметь значение отличное от единицы. То есть он может иметь значение и 2, и так, что у меня маленькое. И э, 2, и 2, и 3, и э, 4 и так далее. Так до бесконечности. Э, что это нам дает? Это нам дает то, что если картинка, как в моем случае, отрендерилась очень ярко, но вся информация о э, пикселе все равно сохранилась. То есть э, цифру 2 можно через алгоритмы э, сжатия, э, пожатия, либо уменьшения гейна привести к цифре 1 цифру 3 можно также пожать и привести к цифре 1. То есть э, это широк, называется широкий динамический э, диапазон, э, который можно записать через формат HDRI, э, либо через OpenXR. Ну, самый популярный э, и э, востребованный формат это OpenXR. Именно он э, содержит так, я поставил на паузу, сбился с мысли. Ну, в общем, динамический диапазон позволяет из, можно так сказать, из любого темного изображения сделать светлое, из любого светлого пересвеченного изображения вернуть в нормальный диапазон. Все остальные возможности 32-битного формата можно прочувствовать только на практике. Я не знаю, как словами на самом деле конкретно сформулировать, чтобы э, как-то еще красочно, скажем так, прорекламировать. То есть, э, я до сих пор удивляюсь, что кто-то там, э, там, смотришь какой-нибудь урок э, бегло, сохраняет в PNG, кто-то вообще в JPEG сохраняет. Ну, это, ребята, вообще жесть, э, по-другому э, не скажешь. После того, как манипуляции были с картинкой произведены, ее нужно сохранить. И для этого перетаскиваем ноду Save, даем название картинки, выбираем формат, нажимаем Save и подсоединяем всю нашу цепочку нод к ней, выбираем эту ноду и нажимаем кнопку Render. Изначальный диапазон входящей картинки был определен, То есть, от 0 до 2. Нажимаем Start Render. И изображение, все, вся секвенция изображения, проходя цепочку преобразований, сохраняется в JPEG-формат. Дополнительной нодой с которой еще а, придется часто работать, это является нода Merge. А, нода merge это а, нода смешения слоев. Так же, как работает а, смешение слоев а, в Photoshop. Е. То есть, здесь мы можем выбрать любой из вариантов а, смешивания того или иного слоя. Также через ноду. Merge, мы также можем выбрать а, любой из доступных вариантов смешивания. Ну, то есть, всем знакомый Screen, Overlay, Multiply, Softlight и а, так далее. В зависимости от того, какой слой вы хотите подсоединить, соответственно, будет а, выбираться а, нужное, а, нужный режим а, смешивания. Ну, для примера, сейчас так чисто... Для баловства а, можно смешать а, сверхяркие участки у данной картинки сделать а, что-то вроде эффекта а, glow. Сперва выбираем опцию, где она, алюмакер нода Люмакер делает следующее. Выделяет самые светлые участки у изображения. Ее подсоединяем к ноде Blur. Задаем значение Blur, например, 10. И подцепляем эту всю историю к ноде merge. Далее в режиме смешивания можно выбрать либо скрин, как обычно используется в большинстве случаев, либо мне нравится режим альфа Gain, когда два слоя смешиваются по альфе. И видим, что картинка Опять э, получилось сильный пересвет, но это не проблема. Подцепляем дополнительно уже после э, дополнительную ноду Color Corrector. И понижаем э, значение Gain. Также дополнительно можно сделать э, смешение полупрозрачным, э, поработав с блендом. То есть э, с опцией blend. Вот ну, такой простой примитивный пример, как можно работать с этим инструментом. Что важно и что как бы, принципиально прикольно, то что, допустим, когда клиент носит какие-то правки, мне не надо будет всю эту структуру заново собирать. То есть достаточно, э, картинка все равно уже в плюс-минус сохранила то или иное световое состояние, то есть правки, как правило, касаются цвета, там, добавления декора и так далее. То есть, чтобы мне обратно получить тот же результат, то есть, когда я уже настроил, сделал какой-то, например, color grading дополнительный, да, то есть, ну, color grading я люблю делать через ноду, э, где она, color gain, Допустим, тени сделать более там, маджентовые, а средние более зеленые. Ну, примера ради, сейчас это не принципиально. И мне заново не надо будет набирать эти все ноды, запоминать какие значения. То есть мне достаточно э, обновленную секвенцию файлов подцепить, и она пройдет по всей цепочке, как это было сделано в изначальном э, исходном файле, и нажать кнопку рендер. В Photoshop этой возможности нет. То есть каждый раз э, нужно будет перенабирать, переделывать и так далее. И э, даже если сохранить PSD файл, в котором заменять там файлы э, исходные, э, сам PSD файл э, будет весить очень и очень много, э, тогда как э, композиция Fusion Studio э, не весит практически э, ничего. То есть она весит 12 килобайт. Все, э, потому что она в процессе работы подгружает те или иные файлы и секвенции. То есть это по сути сохраненный вот этот файл э, Fusion, это набор инструкций, какую ноду подключить, э, куда подсоединить э, и так далее. Вот, э, коротко об основных таких принципиальных отличиях и принципиальных возможностях Fusion Studio от Photoshop. Далее в планах у меня рассказывать более подробно по отдельно взятым нодам и различным фишкам которые я использую в своей работе я не буду рассказывать естественно о всех возможностях это огромный на самом деле пакет в котором включены невероятные инструменты то есть по работе непосредственно с 3d графикой то есть можно есть такие как бы решения когда например загружается камера, то есть работали с интерьером, опять же, можно загрузить эту же самую камеру, которая у вас использовалась в 3D Max, загрузить во Fusion, если это камера анимированная, да, и передвигаясь от секвенции к секвенцию, делая определенные манипуляции с камерой, например, делать 3D блюр, то есть ну, глубину резкости, и э, прочие 3D объекты подгружать и интегрировать это настолько глубоко. Ну, опять же, я тебе э, говорю, что это профессиональный VFX-редактор. И то, что я обрабатываю в нем картинки, это, скажем так, малая э, доля того, что он может. Но что он может в контексте именно обработки архвиза, э, я обязательно расскажу в дальнейшем э, в других видео. А на сегодня это все. Всем спасибо. Быстрых вам рендеров.